«Дед Мороз и молодильные яблоки» – такую новогоднюю сказку подготовил для курян театр юного зрителя «Ровесник». Яркие декорации, завораживающая музыка и, конечно, волшебство – все, что нужно для праздничного настроения. Да! Я мухлюю! Ну а как бы я еще иначе у него это? Они не злые, просто немного вредные и капризные. В этой сказке нет отрицательных героев, здесь только дети. И каждый мечтает о празднике. Андрей Залогин, актер совсем молодой. И сегодня верит в сказку. Так ждешь, и тут звонок в дверь. И входит он, настоящий. Настоящий Дед Мороз. Он веселит нас. Большая борода. Наталья Тубальцева 10 лет выходила на сцену в образе Бабы-Яги в этом году. Она и автор, и помощник режиссера, и даже парикмахер. Признается, написать хорошую детскую пьесу и сыграть сказочного героя – задачи непростые. И без веры в чудеса здесь никуда. Для актера самое важное, чтобы он оставался ребенком. Если он потеряет это чувство, то он перестанет быть актером. Вот уже 49 лет театр юного зрителя «Ровесник» дарит своим зрителям новую сказку. За это время здесь уже вывели рецепт идеального праздничного представления. В ней был и юмор, чтобы она была действенна, чтобы она была подвижна, чтобы были хорошие танцы, чтобы были хорошие песни, чтобы поднималось у детей настроение. Дарить новогоднее настроение детям и взрослым актеры театра будут до 8 января 2014 года. Новый год к нам идет, и его все ждут. Он на елочке зашел, яркую звезду. Юлия Абрамова, Антон Латышев, телеканал «7».